325-я BMW в серебристом цвете. Нам в Грузии 4000 долларов. 2004 год, 2.5 мотор, газ, бензин. Катализатор на месте написано. Вот такой вот Mercedes C-класс 1995 года выпуска. Цена в Грузии 3000 долларов. Вот такая вот старенькая Honda CR-V. Цена в Грузии 4650, это 2003 год, мотор 2.4. Также есть вот такие два круза, красный и белый, по 4900, 2012 год. Вот такой вот старенький Highlander на текстильном салоне, 2009 год, цена 10200. Смотрите, какая здоровенная армада стоит в комплектации SE. Цена в Грузии 5500. 2005 год. Безопасности нотариус, нам нужен апостиль. Нам все так опостылило, бежим по квагам пересекаем.